Да? Вот, в следующей игре список всех надо. И первой команды, и второй команды надо взять будет. Ну а так, и скомментировать полностью игру. Здесь картинка как раз хорошая, позиция, выражу. Самое главное не удаляться, как с Рио. Так, как этот щелчок. Нет, я имею в виду этот. На первой минуте пропустили. А вспоминаю в том году, это как мы играли. Этот тоже первые три игры практически тоже на первых минутах пропускали. Тоже из-за ошибок. Повторить же. Что-то какой-то недонастрой в начале. Непонятки. Немного левее, Серега.
Да что ж такое? Что, желтые сразу? А, нет, не желтые. Просто как-то этот серк блестело. Меж собой можно было. Как будто боятся пойти. Завтра хоть планируешь что ли играть-то? Выйти? Завтра планируешь что ли выйти? Очень хочу. Я полторы недели не тренировался, ничего, знаешь, как охота играть. Вот сейчас хоть мягко подкинуть. Давай, 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 давай! Давай, давай, Вань! Что там, кстати, со счетом-то? Так же, уже 3-0 все нашли, так, нет? Рубин. Да, проиграл. Просто слили. Слили, слили.
Молодец. Этот-то можно было на фланг же отдать. Но нет. Угловой. Ваня, 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 Ваня! Ну! Thank you.
Мяч еще походил с дуты. Мяч походил с дуты. Ой-ой-ой, ну не согласованы же. Горишь. Ну подсказывайте, уша! Мне интересно, вроде же в Дэшке же не обещали же, да, мячи? Только в Ц, А, Б, Ц только. Просто простили. Пить хочу. Пить хочу. Какой-то прием мячей у них. Thank you.
А ты мне скажи, с Бастионом как тебе? Команда сильная была или просто из-за ошибок проиграли? Бастион? Нет, у них центр поля просто усилился. Наши там ошибки. Просто как что-то показалось, как будто мне этот подсели. Сыграли первые 20 минут и подсели. Да. Нормально. Нет. Я же говорил же, то, что он в поле. Ладно, нормально все. Давай. Давай. Ой, какая-то неразбериха. Особенно там вот в лотерее знаешь, с каждым мог бы случиться, с каждым осыпом, по идее. А тем более сегодня дождь прошел уже. Поле-то мокрое. Так какие что-то. Надо игроками усиливать. Дайте мне ствол. Ну. Никому не отдал. Либо сам стоп пробил. Руслан,
Где-то около 30 минут сыграно уже. Не пас хороший, да? А? Не пас хороший. Угу. А я думал, мешки будут. Я думал, по мнению этого, думал, мешки будут. Хотя, кстати, они этот же, без поражений идут. Да? 4 победы, 2 ничьи. Вот у них пас хороший, это сделано. А вот с Акли что-то... Туго. Паратаровский. Разыграли. Николай Васильевич ставит первый. Ставит первый. О, флажки. Кстати, честно, то сверху всегда видно хорошо. Ну это да. Ломаем все. Камера уже привыкла к таким падениям. Thank you.
Ну яй-яй-яй-яй. Первый схожу, что-нибудь куплю. Наш был мяч. Последние минуты первого тайма. Ты, наверное, не 45? 40? Что-то вообще мало игроков. Я же сказал уже.
Я снимаю. Холодно? Не знаю. Мне нормально. Не попрошу. Я бы сказал бы, но лексика ограничена у меня. Меня просто они потом убьют на тренировке. Я не скажу, просто скажи. Я шучу. Да нет, просто не настроились, видно же. А там вообще ничья боятся, ни-то. Они также в синих. Нет, просто оранжевый, как сразу заметно. Скажи, самый лучший футболист вообще мира кто? Я не скажу. Скажи, кто? Рамиль Штеряков. Рядом. Меня нормально одет. У меня просто там одна футболка и все. А как ты будешь работать? А? Как ты будешь работать? Ну там тепло. Ага, тепло. Выходи, да, в этой? Поэтому я стояла там. Что хочешь, куда кататься-то будете? Именно. Мурманск? Может, а тебе непонятно. Слышала, да, то, что 98-й отменили? Точнее, объединили с 111-м. Какое? Москва, Берещино. У нас же был же поезд на Берещино-то. Я доем, выкрикну, скажу, суки. Бля, я шучу уже. Булат! Булат! Ладно. А, потом. Если честно, то переоценили соперника. Ну, вчера еще тренировка была. То есть потом опять это будет тогда что? Наверное, да. Ну, нет, 10 часов последняя игра. Давай уж, Николай Васильевич. Нет, я бы, конечно, пошел бы в этом году. Не, не хочу как-то. Команда вообще просто раскисла. А? Успокойся, наслаждайся. Я тут вообще уже готова к себе, а вы попробуем.
Гадели. Для меня они все новички пока. Новая команда. Нет, они, конечно, хоть и... Ему? Да. Он школьник. Что сегодня, Ваня? Как? Переел, что ли? Ты можешь тормозить, да? Так не только он тормозит, вся команда тормозит сегодня. Что-то в этой жарко. В этой жарко. Кому так? Ну! Куда? Там же никого. Артемка, да? Ну, у него еще и дрибл. Он финтит хорошо еще. Я в этом году ничем не удивляюсь. Потому что первая команда в этом году 4-0 летела. Сразу? Ну нет жесткости. Я сейчас прошел с ним, сказал, вы, девчонки. Ротар же два, да? Другая команда? Ротар? Просто? Да ладно. Они дубль наш. Они же боги за этот, за тот играет, да? Но он имеет и там играть имеет право. Но в одном туре только за одну команду. Ты смотри, просто Ротар 2, там может поменьше, да? Вот она. А Ротар просто там быстрички, да? Не, просто две команды и все. То же самое. Мне кажется, в Ротаре там еще взрослый мальчик. Не. Я что, на взрослого, что ли, похож? Нет, в Ротаре просто два взрослый мальчик. А ты вообще школьник. Нет. Аналогично возраста есть. Просто чисто это вторая команда и все. Потому что как... Не более. И все. Ну вот я вот первую команду представляю. Ну конечно, поэтому он плохо играет. Либо как бы за своих же тоже, да? Не за это плохо. У меня просто настроение это кричать. Блин, лучше бесед. Какого-то вот нет прессинга, что ли, сильного такого. Я успею. Ты видишь, он боится очень. Сейчас боится. Боже. Боже.
тебе говорю, они не боятся, они просто все не проснувшиеся. Они боятся. Не боятся. Они просто в отбор не идут жесткий. Ну, поторопился. Давай. Но то, что комбинировать начали, это хорошо. Так вон же, в красном. А у них кто тренер? Нету. Да. Будь здоров. Ты теперь каждый раз, что ли, будешь приходить? Ну, следующий выходной. У нас по выходным уже всегда. Вроде в воскресенье. А, в воскресенье утром. Горишь? Пенальти еще.
уроки же будут. Ну. Офсайд же!
Ну хотя бы один гол забейте уже. А? Я специально выложу, чтобы посмотрели, как мы играли. В группе есть что, посмотришь? А? Они могут хорошо играть. Они могут хорошо играть, но не сегодня. Ну хоть сейчас что ли забей. Про ближайшую паузу посмотрю я. Примерно минут скажу, сколько осталось. Где? Нет, мы на Олимпе. Так, 9 плюс 13. Ну, 23 минуты сыграно, 25-й примерно идет. Ну, еще 20 минут играть. А уже 6-0 летят. Ну, блин, О, Руслан вышел. Эти сами выходят, как кто хочет, да? Например. А эти сами выходят, кто хочет. Где? Вот эти вот. Ротар просто. Он сами выходит играть? В смысле? Ну, как меняется? Нет, он же тренер красный так у нас. Нет, а у них? А у них? У сами. Сами? Ну нет у них. Ну не знаешь, как получается. По определенную минуту сыграет кто-то, кто-то выйдет. А что он так не меняет? Меняет, меняет. В курсе, да, то что этот двухэтажный поезда теперь в Казани будет ходить? Нет. Сейчас, там еще какие-то электронные билеты есть. А, сканер? Не знаю. Короче, хочешь прикол расскажу? У меня знакомые ездили в этот, в Москву, в Владивосток. Там уже сканеры имеют проводники. Сканируют эти билеты, вот эти, которые по электронной регистрации. Ну, давай, 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 Ваня! Бей! Ну! Интересно.
Кого у него? Че, ничего, все нормально. Вот. А почему они жилеты одели? Ну, потому что же форма сливается, он же. Где команда? Поздно же было, поздно. Там вроде в гол зашел. Точнее, гол был. Правила такие. В каждом чемпионате свои правила. Ладно, я пошла в ванну. Передашь куртку, ладно? Ты все, совсем пошла? Ага. Передашь, не забудь. Ладно. Ладно, еще увидимся. А когда у вас первые поездки-то хоть? Июля? Thank you.
Ну блин, а! Хорошо творить уже. Жестче, жестче! Оля! Ну, ко мне подойди! Ко мне подойди! Мне скучно просто. Можешь расскажешь что-нибудь интересное? Что постоял на борту, смотрел футбол. Интересно. Что скажешь? Что скажу? Тускло. Бля, очень. Самое главное, чтобы завтра у нас не повторялся такой же. Да, да. А, там даже не знаю, как вас будет. А что Васильевич говорит-то? В чем дело-то? Ребята лучше, да? Знаешь как?